нас новая розочка. Бутончик пока. Скоро распустится. Сегодня будем готовить одно из наших любимых семейных блюд. Это фаршированные перцы. Для этого нам понадобятся помидорки, сами перчики, морковь, килограмм перца болгарского, килограмм помидор и килограмм моркови. Мы готовим очень много, потому что семья у нас большая. Вы можете сделать и поменьше. Морковку нарезаем таким образом. Сначала на круглые шайбочки, а потом вот таким образом. Не натирайте морковку на терке. Именно обязательно нарезайте вот таким образом. Так как у нас была одна соседка, она тоже попросила у нас этот рецепт. И она сделала по-другому. Взяла, натерла всю морковку на терке. Ей показалось так легче приготовить. Но, к сожалению, само блюдо потеряло вкус. Морковку всю нарезали. Подготавливаем перцы к фаршированию. Очищаем перец от семечек. И шапочку до конца не срезаем. Налили слегка масла и будем тушить морковку. Тушим морковку без лука, без ничего. Слегка подсолили. Тушим морковку под закрытой крышкой. Нарезали одну большую помидорку. Добавим к ней 1 столовую ложку томатика. Морковка стала мягкой, добавляем в нее наш соус и продолжаем еще тушить. Буквально 2-3 минутки в нашем соусе и морковка готова. Дадим остыть морковке и будем фаршировать перцы. Натираем помидоры на терку. Начинаем фаршировать перчики. Начиняем их начинкой. Уложили все перчики в кастрюлю. У перчиков шляпки никогда не снимаем плодоножку. Всегда оставляем, потому что легко так доставать. И сами перчики, шляпка не ломается. А теперь зальем все помидорами. Помидорным соком и помидорами. Слегка присолим. Оставили тушить перчики без масла и без воды. Будем тушить под закрытой крышкой. Сначала огонь мы прибавили. Как только перчики чуть-чуть скипят и дадут свой сок, тут же огонь убавляем. Тушим под закрытой крышкой. Перчики почти готовы. Тушились перцы 1,5-2 часа на маленьком огне. Масла мы не добавляли. Тот, кто любит с маслицем, можете в конце чуть-чуть добавить. Такие сочные перчики у нас получились. Кому понравился наш рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем приятного аппетита. Всем, кто нас смотрит, спасибо вам большое. Любим и ценим наших подписчиков. Тутовник какой, прям ягоды, вот-вот-вот, смотри, бабуля, вот здесь, посмотри, вот эта ягодка, да, собираем тут прям с дерева и лакомимся, вот здесь тоже.
Вон Алька к нам бежит. Алька! Иди сюда, Аля. Иди помоги нам тут собрать. Ягодки мы собираем. Беги, беги, беги. Это баран. Помоги нам ягодки собрать. Ягодка. Большая ягодка? Да. Смотри, какая. Ух ты. Ее пока нельзя кушать. Нет, это они тут поспели. Можно, можно. Улыбнулись. Сонные березки растрепали шелковые косы, шелестят зеленые сережки и горят серебряные розы. Ты красивая у нас, самая красивая. Зачонка малыша, от мамаши не на шаг. Мать-зачиха очень рада, молодцы мои зайчата. Мама, молодец! А какую еще? Старушка утром рано набережно шла, а кошелки баклажаны и морковь несла. Это было утром рано, никого вокруг. Покатились баклажаны и с кошелки друг. Штормом, давай. Штормом волны поднимала, ветер везу зло. У старушки сил мало, с грузом тяжело. Это было. Нет. Долго шла. Долго шла, совсем устала. Согнута спина и споткнулась и упала. Бедная она. Двое мимо проходили школу на урок. Стать один помог и мигом все собрать помог. А другой стоял в сторонке. Смех его раздался громкий. Вы скажите-ка, ребята, с кем дружить вам неприятно? Молодец! Подождите, давай еще там так пойдем, я вам покажу дерево. Давай, покажи. Покажи. Да, что это за дерево? Я не знаю. Не знаешь? Нет. Шишки, это шишки. Сладкие шишки, они поспевают осенью. А это яблонька, да, наша яблонька. Пойдем гранат отрезать. Гранат еще не поспел, Алька. В октябре осенью, мама же тебе рассказывала. Скажи, пожалуйста, нам, Алия, какие реки ты знаешь? Кура, Арас, Волга, Нил, Дон, Дунай, Эльба, Ангара. Молодец, тебя... молодец. А какие материки ты знаешь? Материки Африка, Евразия, Австралия, Антарктида. Северная Америка, Южная Америка. Молодец. А давай горы? Давай, горные вершины. Эльбрус, Эверест, Джаламунгма. Ага. Джаламунгма и Анды и Фудзияма. Ура! Пойдем на горы поднимемся, на горку, которая катается. А, ты хочешь на детские горки? Да. Детских горок здесь у нас нету, Алия. Почему? Мы построили детские горки. Только качели там большие построили. Да, качели есть наши. Я горки хочу скатиться. Вот так! Этих горок здесь шесть свернули. Ой!